Пермь с гастролями приехал великий русский цирк. Так называется новая программа народного артиста России, дрессировщика из легендарной династии Мстислава Запашного. Программа посвящена важному событию – российскому государственному цирку 95 лет. Пермяки увидят настоящий спектакль, в котором будет отражена вся история русского цирка. Программа ставилась несколько лет. Вот, показана она уже в двух городах. Екатеринбург и город Красноярск. Вот вы третий город, кто увидит эту программу. И что интересного, это настоящий русский цирк. То есть это не шоу, как модно сейчас называть программы. Но и прежде всего в программе собраны в основном все основные жанры циркового искусства. Пермяки смогут увидеть самые разные жанры, от воздушной гимнастики и силового жонглирования до иллюзии дрессировки животных. На манеж выйдут клоуны, акробаты, артисты балета и, конечно же, тигры. Кстати, укрощать их Мстислав будет вместе со своим сыном, на сегодня самым молодым дрессировщиком, 22-летним Ярославом. Выхожу я на манеж уже не один, выхожу вдвоем, то есть передаю потихоньку дело своему сыну. Вот, то есть он вот здесь третий раз у вас выйдет на манеж уже в качестве не только артиста, не только акробата. Он выходит на манеж на протяжении всего спектакля, вот, но и в качестве дрессировщика. В программе выступят заслуженные артисты, обладатели золотых, серебряных и бронзовых наград на российских и международных фестивалях циркового искусства. Новая программа обещает быть одной из самых ярких и запоминающихся. Мстислав Запашный уверил, те, кто придут, не пожалеют. Великий русский цирк пробудет в Перми до 23 февраля. Станислав Ланов, Владислав Фарзалиев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».